Это один из обыденных дней Серена Джума Кадырова. На этот раз он берет на анализ кровь скакуна. Объездчик конефермы в первую очередь обязан обращать пристальное внимание на здоровье лошадей. Иначе весь труд пропадет даром. Без этого скакуны могут проиграть на скачках. Надо лечить их, тогда будут результаты. Серен Джумакадыров еще с детства мечтал, что после школы поступит в аграрную академию. И когда сбылась мечта, после получения диплома вернулся в родное село в Тонский район и устроился на работу ветеринаром. Верный своей профессии, сельчанин дорос до руководителя районного масштаба. В первую очередь надо лечить лошадей, и мы наблюдаем за ними. Выезжаем на самые отдаленные отгонные пастбища до местности Арчалы. Это очень далеко. После трудового дня Серен Джумакадыров берет в руки аккордеон и под нее поет любимые песни. Без его выступлений не обходится ни одно торжество близких ему людей. У него трое детей и шестеро внуков. Спортсмен. Еще он увлекается спортом. В молодости после ужина сразу убегал в спортзал играть в волейбол, футбол. Кроме того, он творческий человек. В гостях всем поднимает настроение. По словам профессионального специалиста при Союзе, работа ветеринаров оценивалась должным образом. В наше время специалисты этого профиля – самые нужные люди на селе. Через животных часто болеют люди. За последние 3 года мы добились уменьшения заболеваемости бурцеллезом. Однако болеют и эхинококкозом, но у нас есть результаты нашей работы. Наметилась тенденция снижения этой заболеваемости среди населения. На территории Тонского района расположено 9 аильных округов. В этих местностях работают всего 70 ветеринарных врачей. Усен Кульбаев, Уланбек Дейкамбаев, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.